Уроки жестокости. Автор Лили Рокс. Она студентка колледжа. Наивная девчонка, девственница. Он репетитор. Красивый и загадочный мужчина. С ним можно дружить, играя по его правилам. Слепая влюбленность уничтожает ее. Она не может жить без него, но любить маньяка довольно сложно. Она понимает, что не нужна ему, и ничего хорошего ее не ждет рядом с ним. Но неконтролируемые чувства заставляют ее возвращаться к нему снова и снова. Он словно наваждение. Его химия тела влечет ее, и вот она снова в лапах этого эгоцентричного самодура. Ссылки на эту книгу вы найдете в описании к видео.